Да. Так а что, ты приехал на место ДТП такой, разруливать ситуацию или нет? Или так чисто по телефону? Играю. Привет. Это сильно рано утром было. Не, ну это, конечно, печально было бы. Он же, наверное, в ее бок и полетел. Ну то водилы у тебя, ты шо? Гонщики прям. А ну тебе надо было такие водилы? Блин, не могу, ладно. Некрасиво будет. Да? Так быстро повестку не выписали, не? Не такие же водители. Наши такие водители, которые машины колпашат. Ну, как бы лучше тогда уже не иметь водителей, чем таких. Ничего себе, со всеми бывает. Это после второго раза ты такой, так все. А, в смысле, после второго раза уже все прав нет. Там за тебя все решили на самом-то деле. А еще говорят, девочки не умеют ездить, деревья, смотрите, они посбивайте, столбы. Понятно. Ясно, ясно. Чисто водители с опытом.
шучу. Сейчас подумаю, что я правда говорю. Да-да, походу, да. Ты что-то я тоже слышу, что часто забиваю беременных девушек в машине. Что-то именно в их машины и летит все. Это карма, да, такая мусовая у них, походу? Или уводила? У кого? Я уже не первый раз такую историю слышу. Так, буду беременна, буду ходить пешком. Шутка.